Ничего нормального в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Эх, скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. И когда ж нас отсюда заберут-то? Короче, слушайте. Пришел вертолетчик на медкомиссию. Ну, раздели его, осматривают. Потом начали расспрашивать, а он, значит, отвечает. Рост 190, вес 102. Спирометрия. Это что за фигня? Ну, выдуваешь ты сколько? Да литра 2. Странно, маловато что-то. Да и в карточке написано 4. Так это... 4 только по праздникам. Навернуть бы сейчас гречки с тушенкой. Да, это я бы нажал. Эх, скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. Умники, ёпты! Страховка? Да на кой хрен у нас сдалась тебе эта страховка, когда и хранить не будет чего? Родичам, что пробухали, да? Лучше бы на руки сразу выдавали. А вот что мне как-то рассказали. Ну, прибывает как-то на кордон к блокпосту генерал. И спрашивает у одного из срочников. Ну, сынок, как служба? Ничего, товарищ генерал, привыкаю. Представь, солдат, если ты теперь защищаешь людей от зоны, как сюда попал? По собственному желанию. Ну, я согласен, что людей надо отсюда вылечить. Я такой солдат, солдат попался. А что ты дальше? Я его инкому 100 раз говорю. Нечего мне в зоне делать. А он, сука. Вот, например, поймали, значит, старого сталкера и допрашивали. Люди говорят, у вас автомат есть. Major, if you don't mind, could you holster that weapon? Thank you.
God's sake, everyone's jumping up as it is.